Готовим квашеные огурцы для рассольника. Нам понадобятся огурцы, листья хрена, зонтики укропа, листики смородины, листики вишни, 2 зубчика чеснока и 6 горошин черного перца. Это то, что мы сейчас складываем в банку слоями. Если у вас мелкие огурцы, то прям делим примерно на 3 слоя. Таких у меня крупные огурцы, поэтому они у меня все там будут, в общем-то, стоять. Нарываем хрен, кладу сюда зонтик укропа, листик смородины, листик вишни, нарезаю зубчик чеснока и складываю сюда огурцы. Мелкие огурцы просто кладете слоями. Снова слой кладу листьев хрена, снова укроп, чеснок, листья смородины, положу 2, листья вишни, снова огурцы, кладу сюда 6 горошин черного перца, еще заброшу сюда смородины, листья хрена, немножечко укропа, листик вишни. А теперь готовим рассол. На 3-литровую банку примерно 1,5 литра холодной воды. Просто воды из-под крана. Не надо никакой фильтрованной воды, не надо никакой кипяченой воды. Что мы делаем? В холодную воду кладем 3 столовых ложки соли. Две столовых ложки сухой горчицы. Горчица поможет не испортиться огурцам. Вот за счет нее и огурцы эти так долго хранятся. Все, рассол готов. И заливаем огурцы. Теперь закрываем крышкой, неплотно. Можно просто взять простую полиэтиленовую крышку и сразу же убираем в холодильник. Рассол сначала будет очень мутным, но как только огурцы пройдут процесс квашения, то он посветлеет и станет прозрачным. И кушать можно будет тогда, когда рассол станет прозрачным. Периодически можно вот так переворачивать банку и перемешивать. Вот такой вот простой рецепт.